И снова всем здравствуйте. У меня тут посылочка пришла с Wildberries очередная. Друган попросил выписать ему магнит. Вот что пришло. Пришла веревка 20 метров, вроде как написано. Ну вот написано 20 метров. Проверять не буду. Пусть сам проверяет. Сейчас вот эту проверю. Канитель. Ух ты, ё-моё. Тяжелый. Прям тяжелый. О! Тут он все зашевелилось у меня. Я тут пилил кое-что. Так, ладно. Надо что-то подложить. Так вот, чтобы эти не цеплялись. Ну, иди ко мне, мой белый хлеб. Да вон, вот тут написано, Росмагнит 600 на 2. Я ему сказал 400. Ошибся немножко. Оказывается, 600 на 2. Ну, ничего, ничего, ничего. Хуже не будет. Вот такой магнитос. К нему идет сумка. В сумке вон, две прокладки. Все, что прицепилось. Рымболт. Один. Смотрю, резьба. Ну, получше. Но не это. Не полная. Видно, тоже слизано сверху. Ну-ка, как тут? Бум. Ладно, пусть постоит. Посмотрим, что второй тут рамбольчик. Вот этот тут более-менее красиво выглядит. Ну и все. Руки не отобьет. А-а-а, понятно. Он магнит, а не магнит, он с нержавейки. Ох ты, ё-моё. Да, это неплохо. Я думаю, оба-на. Он, оказывается, с нержавейки. А почему этот не с нержавейки? А? Обманили? Обманили меня? Не понял. Ага. А, здесь же это. Кольцо-то. Не того этого. Поэтому он свободно вкручивается, даже не магнитится. Ну, здесь проушина побольше, чем на моем. Ну, что еще? Понятно все. Все, я тоже такой хочу магнит уже. Краски много залито. Сейчас мы замерим его. Чё, приклеиваем? 125. Почти. Так, по центру. Ну, 125. 124, если точнее быть. Общая. Сам магнит. 100. 10 сантиметров, короче. Сам магнит 10 сантиметров. И в серединку эта шайба 2,5. Высота 4. 4. Вот и все. Да, ну выглядит он мощнецки. Посмотрим, что он нам наловит. Так, ладно. Сейчас мы проверим кое-что. Давайте вот так вот сейчас сделаем. Вот. Раз. Два. Оторву от магнита. Сейчас вот эти вот. Это от моего магнита. Поставим вот пенопласт 4,5 миллиметра.
Ставим и подносим. Поймает, не поймает. Нифига он не поймает. Ну что, пробую. Не хочет. А Форсберг? Форсберг. 300 килограмм. Ну это хоть что-то отрывает. Хочет. Так какой магнит лучше? Ладно, по-другому сейчас. Вот она. Это которая сегодня бяпушка пришла. Ну-ка, через нее будет, не будет. Все поймал. Все. Раз, два, три. Ну-ка. А этот? Ты еще лучше, оказывается. К этому вообще подлетело аж. Ну-ка еще раз. Зачем нам много-то? Давай одну. Вот Форсберг. Подпрыгнула. А вот Росмагнит. Нет, Форсберг лучше. Хоть вы меня убейте. Отрываю. Я его отрываю на раз-два. А к этому фикс два. Так что вот вам и весь тест. Форсберг лучше 300 килограмм, чем Росмагнит. Чем Росмагнит 600 килограмм. Вот так, ребята. Ну, я их вместе не буду прилеплять. Тут все понятно, как белый день. Все понятно, как белый день. На этом все.